Со вчерашнего дня в столице полностью исключена наличная оплата в троллейбусах и автобусах. В рамках специальной акции до 30 сентября горожане могут приобрести карту «Тулпар» у водителей за 30 сомов. Стоит добавить, что есть также возможность оплатить проезд банковской картой или с помощью мобильных кошельков. Уже в первый день перехода на безналичный расчет картами «Тулпар» было оплачено 53 тысячи поездок. За два дня продано около 70 тысяч карт. Несмотря на то, что вчерашний день был выходным, сотрудниками и волонтерами муниципального предприятия было реализовано более 30 тысяч карты «Тулпар» для наших горожан и гостей столицы. На сегодняшний день с утра до настоящего времени уже реализовано более 40 тысяч карт «Тулпар». На сегодняшний день в Бишкеке работают два муниципальных транспортных предприятия – Бишкекское троллейбусное управление и Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, отвечающее за автобусы. Ежедневно на линии выходят 135 троллейбусов и 140 автобусов. Все они оснащены валидаторами – приемниками безналичных платежей. У валидаторов есть свой порядок работы. При оплате необходимо дождаться сигнала успешной оплаты. Потом второй человек, подождав еще 2 секунды, оплачивает во второй раз. Карты «Тулпар» бывают трех категорий. Красная карта для граждан с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров. На сегодня около 66 тысяч пенсионеров города обеспечены такими картами. Кроме того, у более 11 тысяч школьников есть зеленые карточки. Если вы подаете заявление на приобретение такой карты онлайн, вам нужно будет приложить справку со школы. Эта карта является школьной, она персонифицированная. Тут фотография ученика и данные, фамилия, имя. Важным отличием является то, что возможность подключения школьного проездного имеется. Стоимость проездного школьного 240 сом на месяц. За это время ученик может безлимитно пользоваться картой. Для того, чтобы отслеживать баланс на своей карте, необходимо установить мобильное приложение «Тулпар», зарегистрироваться в нем и привязать карту. Пополнить баланс можно через терминалы платежной системы или филиалы Кыргызпочтасы по 16-значному номеру, расположенному на лицевой стороне карты, или по номеру телефона, если она привязана к мобильному приложению. Бегаим Бегалиева, Рахат Джаныбекова, Азамат Джапаков, Алатау 24.